Главолюберец Владимир Ужицкий и министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терешков посетили Томилинский электронный завод. Они поздравили главного инженера научно-производственного предприятия Александра Бабака с 70-летием и осмотрели производство компании. Томилинский электронный завод основан 15 лет назад. Это одно из ведущих динамично развивающихся предприятий. Компания специализируется на разработке и изготовлении автомобильной электроники широкого класса. Это действительно уникальное предприятие с глубокой историей, с достаточно большой историей. Понятно, что оно создалось сейчас в новом формате в 2004 году, но уже на рынке себя зарекомендовало достаточно очень хорошо. И что отрадно, уделяет большое значение привлечению новых молодых кадров, профессиональных кадров, для того, чтобы оставаться конкурентными на этом рынке. Выпускаемая заводом продукция по техническим характеристикам соответствует международному уровню. Объем реализации товара более 760 миллионов рублей в год.